Всем привет! С вами Надежда. На моем канале страничка Надежды. Сегодня воскресенье, и мы гуляем. Я вообще-то видео не собиралась делать, потому как взяла как бы выходной. Потому как приехали родственники, в общем, у меня выходной. Но мы сейчас проезжали, в автобусе ехали, и проезжали очень много церквей английских. И у меня пришла такая как бы мысль, хочу просто поделиться своими мыслями. Проезжали много церквей английских, и у них у всех как бы такая как башня, что ли, на которой сверху колокольня раньше звенела. То есть раньше в воскресенье церкви созывали людей, били в колокола, созывали людей как бы на молитву, на в церкви, в общем. Но сегодня эти колокола не работают. Буквально в одной только церкви здесь, у нас, в нашем городке небольшом, звучат колокола только когда там свадьба какая-то, ну что-то такое вот. То есть по воскресеньям колокола в церквях в Англии не работают. По крайней мере, в том районе, где живу я. Потому что, наверное, раньше люди все ходили в церковь в воскресенье в Англии. И это было актуально. Не знаю, в каком году перестали бить колокола, но англичане, мы также проезжали не только церкви, мы проезжали и еще и пабы. Пабы, в которых англичане очень любят пить пиво по воскресеньям. И я вот разговаривала с англичанами давно, заходила как-то в церковь англиканскую, разговаривала. И сказали, что да, как бы люди не посещают церкви, а ходят в пабы, ходят пить пиво. И такая картина какая-то, вот у меня такие мысли почему-то возникли, что вот церкви пустые стоят в воскресенье. Мало какие церкви вообще открыты в воскресенье. Ну, есть какие-то открытые, но там приход совсем маленький. А вот пабы, вот, кстати, мы проходим один из пабов, и они битком забиты. Люди ходят пить пиво в воскресенье. Вот такая вот заметка. Еще хотела сказать кое-что, два слова, тоже мысли. В России была революция в 17 году, да? Поэтому можно сказать, что люди как бы отошли от веры, отошли от христианства, то есть не ходят в церковь, забыли там свои какие-то там традиции, обычаи, религию, забыли, оставили. Но в Англии не было никакой революции. В Англии все спокойно было, даже войны-то особенно и не было. То есть, но люди все равно перестали ходить в церкви. Вот как бы непонятно, почему. Ну, вернее, понятно-то почему. Вон, кстати, церковь тоже старинная и закрыта. Воскресенье сегодня. Вот такие вот интересные у меня заметки про то, что как бы в Англии христианство вымирает, несмотря на то, что не было никаких гонений, попов не убивали, церкви не закрывали. И многие церкви... Многие церкви даже продаются, чтобы в них как бы, ну, не знаю, кто-то там дом себе делает. То есть, и потому что здания-то красивые, старинные. То есть к церквям как-то относятся уже как просто к зданиям, которые можно продать. Вот такие вот интересные заметки. Всем пока, до новых встреч!